Бля. Охуенно! Тихо, тихо, тихо. О! Вы чё, ребятишки, я ж так и знал, блин. Стамины нету, начал перебегать поле. Даже суицид грёбаный. Граната летит. На, у меня тоже гранатки есть. Бля, двое. Да ты задолбал! Вас и так двое, дядя, бля. Он там тоже, походу, захилился. Этот все еще там сидит, вот. Типа. Шаг вперед, чел. Не-н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 е. Залезь ты уже. Кто-то еще справа есть. СВДшка вроде как должна быть справа. Если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь, но хрен его знает. Надо послушать. Да, есть, 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 чел, вот он. Понравилось? Чел. Понравилось. Ха-ха-ха. Уу. Сюда. Ой, охеренная хатапка. И где он есть? Где он? Сзади бежит уже. Это он, потому что мало ли, сложно сказать.
А нет, не он. Ну, чел явно неуверенно себя чувствует. Видите, шлем с запралом, броня 6 класса, он не уверен. Он играет по тактике. 40 левел, как бы. Вот он, РПКшечка, я же говорил. РПКшечка. А, он прям подо мной. Он подо мной. А нахер. Опять тут по моим подъездам наркоманы всякие шарятся. Алло. А, не, вот дробовик. Там не дробовик, значит. Экспансивка же. А, калиберная. Фигня у меня, короче. Понятно. Ох, попал ему в шею, походу. Хорошо. Ну, а тут, вероятно, все пролутал уже. Эта фигня не простреливается. Как ты прострелил его? Кстати, на обычного бота похож был на самом деле. А может и нет, плохих мне кидает. Ладно, погнали. Оу. Слушай, а я недооценил эту пулю, я это вам так скажу. Что это за пуля еще раз? Калиберная свинцовая пуля. 10-часовая версия этой песни. Если тебе она так понравилась, можешь там 10 часов подряд ее гонять. Да, он тут ботов уже пощелкал. Так отъехать можно, бля. Или челик стоит. Не стреляй. Там же еще один был. У меня за рука минус, да? Да, у меня рука минус. Зараза. Готов. Там еще один. Бля, у меня рука-то сломана, он кидает их. Просто все было просчитано, парни. Все было просчитано. Вы думали, я это случайно сделал? Нет, я все просчитал просто.
Ноги-то нет. Так. Просто 200 ICQ граната, видели, да? Сделал вид, что промазал, на самом деле специально на префайре кинул типу, который будет меня пушить. Ладно, пойдем. За такие 300 и 1000 US грамм. Отдельный респект. Спасибо большое за поддержку. Броневойная попала. Почти все хп мне снесла через броню 4 класса. Там ЧВК, скорее всего. Так, друг. Что тут у тебя есть полезного? Ну и где он там сидит? А, вижу. Увидел, где он сидит. Так, напомните, как там двигать... Альт, все, нашел. Я знаю, что вы бы мне подсказали, но я уже сам нашел. Давай, чел. Готов. Ты, господи, надо. Ну, ногу отстрелили, с кем не бывает. Так. 41-й стример какой-то, кстати. Ладно, СВДшку прощай. Бля, вот и люди. О! Понеслась. Какая эти боты? И второй. Второй. Еще есть? Кто такие боссы? Почему они боссы? Но это бот, босс этой локации, Штурман его зовут. Живет на этой локации, его охраняют другие боты. У него есть ключик, который с него падает, он открывает схрон этого босса. Там всякие дорогие штуки в этом схроне, если тебе повезет. Рандомно там они попадаются. Так. Бля, кто-то рядом есть, я вам говорю, кто-то рядом есть. Я слышал кого-то, думал, показалось. Оказывается, не показалось. Тут челик у нас сидел. Да, внутри еще один. Сука. Пошел ты нахер уже, бля.
лицо. Скинь мне. Это твоя, что ли, гуру? А, да. Гуру 73. Да, без проблем. Все, ребятишки. Вот теперь точно все. Что-то хочет нам сказать. Видите, показывает пальцем туда куда-то. Что там? Теплониколь. Надо броню с него взять бы по-хорошему и каску. Я бы вот ту мосинку сейчас пошел забрал. Не пойму. Он как будто где-то вообще за этим. А нет, сверху. А этот в меченке. И неохота тратить на него БС-ки. Он, скорее всего, голый. Или в какой-то беспонтовой броне. Двое. Да как ты попал по мне, сука? Я же уже за стеной был. Так почините сервера, а? Давайте фастшот делаем. Того. Так, калаш нахер. Где там хорошо? А, так вот мосинка. Может, я его слышал? И возможно. Только когда он успел спуститься? Не, я думаю, это не он. Я думаю, там еще есть челик на крыше. На вышке. Да? Ну ладно, давай, БС или ПС. Че экономит на своем здоровье? Мама, есть контакт. Да, вон жопа торчит через текстуру. Так. 5 евро. Ёлок пала. Спасибо большое. Выкидывается. Как это работает вообще? Не понимаю. Да, котика мы оставим. Давай сок выпьем. Сколько литров этой баночки сока, мне интересно. Орёт, надо уйти в другой конец карты, и там будет выход. Он опять пьет. Блин, дикий алкоголик, горе в семье. Я ничего не нажимаю, ребят. Я как бы
Алло. Хватит. Успокойся. Успокойся, ну. Ну ладно, пойдем так тогда. На выход. А он еще и шифтить может, смотри. Нормально. На ходу пьем, как настоящие спортсмены, блин. Оп. Оп. А если я буду ползать, он тоже будет пить? Я же сейчас, смотрите, пьет, видите? А как там в бок наклоняться-то, блин? ЛКМ, я жму ЛКМ, вот. Я сразу на зал ее. Он нифига. О! Напился. Хорош. Алло. Я тебе в голову попал первым выстрелом. Чел, блин. Ты нормально себя чувствуешь, не? Да там вместо мозга там такая ниточка. Если ее перерезать, просто два уха сразу отваливаются. Другого просто объяснения я не вижу, эта ситуация. Ну куда ты спрятался? Вылезай! Cocksucker. No firearms. Hey, cocksucker! You fucking cunt. Ненавижу топористов.